Здравствуйте. Ну вот смотрите, девочка на веранде, такая смелая, все ходит, изучает, смотрит. Вот такие белки очень много у нас водятся в Теннесси. Она на меня глядела, я на нее. Что-то ей тут заинтересовало. Что-то ищет. В городе их тоже очень много. Вот именно такая разновидность. Такой окрас. О, какая симпатичная. О, какая смелая, видите? Красотка. Разглядывает меня. Я стараюсь не пугать ее движениями. Замерла. Ну вот она. Осмелела. Подошла поближе. Ой, там плохо видно. Куда она пошла? Ну, вот там она спряталась. Белочка, белочка. Белочка. Ну, опять выскочила. Дает себе рассмотреть получше. Шустрый зверек. Приключения белки на веранде. Здесь и вторая была, но убежала. А эта осталась, видите? Ловко, как она. Ух ты как. Альпинистка. Здесь красиво. Деревья идут очень высоко. Вон она. Ну что, красотка, будешь прыгать на деревья? Бегает. Где-то и вторая была. Нет, все, вторая ушла пораньше. Убежала вниз. Сюда олени иногда приходят. Ух, меня напугали. Там, видите, шевелится. Там еще одна белка была. Красивый здесь спуск к реке. Деревья очень высоко, мы находимся на уровне почти верхушек. Так высоко здесь дом поставлен. Вниз. Вот это большое тюльпановое дерево. Клен. Тюльпанное дерево. И там вон сосна, красотка. Сейчас низ практически не видно. Но это такой жилой район. Дома построены как в лесу. Ладно, показала вам приключения белки на веранде. Спасибо за просмотр. Пока-пока.